В этом году Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни «Заваленка» отметит свой 10-летний юбилей. Его программа, как и обычно, включает не только конкурс исполнителей народной песни, но и концерт звездного музыкального коллектива. Организаторы готовят и другие сюрпризы. О них в репортаже Нины Чешковой. Пара недель, и «Заваленка» действительно зажжет. На протяжении 3 дней с 5 по 7 июля музыкальный фонтан эмоций, окрашенный национальным колоритом, докажет, что народное творчество не может быть скучным. Желающих его продемонстрировать – море. Только вот в этом году в адрес организатора поступило более 50 заявок из регионов, субъектов Российской Федерации. Ну, понятно, что, к сожалению, у нас нет возможности всех принять. Это слишком накладно. Соответственно, проводится предварительный конкурсный отбор. География конкурса впечатляет. 30 коллективов из самых разных уголков России. Такую популярность организаторы объясняют нашим северным гостеприимством. По их словам, никакие силы небесные не помешают свершиться долгожданному событию. Фестиваль на своем веку повидал многое. Например, «Заваленка» 2009 года буквально поплыла. Однако мокрый фестиваль под зонтами не помешал всеобщему веселью. А вот в 2011-м праздник запомнился особенно. Он был достоин премии «Грани театра МАС» за постановку сюжетно-театрального представления. Кстати, и в этом году гостей будут удивлять. Традиционные торжества трансформируются в этнозаваленку. Насыщенная программа переместится в финно-угорский этнопарк. Для того, чтобы мы уже в традиционной такой форме весело, свободно провели народные гуляния с плетением венков, с хороводами песен. Также мы готовим большой котел ухи для всех участников. Серия юбилейных монет с изображением промыслового календаря, коми-охотников, а также большие экраны для удобства зрителей. К фестивалю готовится основательно. В качестве жюри и главного сюрприза – группа «Балаган Лимитед». Впрочем, организаторы не стали раскрывать все карты. Интрига разрешится во время фестиваля. Всяких фестивалей много, но фестивалей, в которых есть душа, очень мало. Я думаю, что в нашей «Заваленке» есть душа. Нина Чешкова, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган», Сыктывдинский район.